Рада приветствовать вас на ставшем уже традиционном фестивале Айкидо. Сегодня посольство Японии, Японский фонд Федерации Айкидо России, Московский филиал Айкидо Айкидо Всемирного центра Айкидо предлагают вам обширную, очень интересную программу с участием японской делегации. Но прежде чем мы начнем наше показательное выступление, позвольте предоставить слово министру, заместителю главы миссии посольства Японии в Российской Федерации, господину Кадзухико Тобо. Уважаемый господин Анюшкин, уважаемый господин Кузин, господин Сэки, дорогие наши вечеринки, добрый вечер. Для меня большая честь сказать несколько слов перед открытием сеанса Айкидо. В начале этой недели из Японии приехала команда японских айкидоистов. Уже они провели специальные тренировки поклонникам Айкидо в Олимпийской деревне. И несмотря на то, что эти тренировки проводились в Гудни, каждый раз собрались больше 200 россиян. У каждого из нас есть кое-какие представления о Айкидо. Наверное, как вам известно, Айкидо – это не для нападения, это для обороны. Айкидо – это не игра. Thank you.
Танто Тори, Илье Чиба, действие против оружия, против ножа. Thank you.
Thank you.
два раза Богу. Thank you.
四方投げ、正面打ち。
Thank you.